Благоустройство бульвара завершено в микрорайоне Щербинки-1 Приокского района. Работы проводили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь появилось и новое освещение, и почти 2000 метров борта нового уложено, 4 с лишним тысячи метров новой брусчатки. И самое, конечно, важное, что для Приокского района, это, конечно, здесь появилось дополнительно у нас почти 1000 новых деревьев и кустарников. Красиво. Вот если год назад я была, здесь все что-то перерыто было. Вот. Сейчас очень понравилось, очень комфортно, приятно. Сюда приезжаю на рынок. И очень хорошо, давно бы надо. А то здесь никогда не пройдешь. А сейчас очень хорошо сделали. И с тележкой красотища, и широко стало. Вообще чисто. Очень нравится мне. Большое спасибо главе города Юрию Владимировичу Шалабаеву. Когда мы с ним на обходе во время стройки проходили, обратили внимание, что и рядом асфальтное покрытие было сильно изношено. Подходы к магазинам, и из бюджета сразу же глава нам выделил деньги. И мы уже в комплексе подошли, заменили здесь асфальтное покрытие, и новые асфальтные дорожки появились дополнительные.